Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня у нас очередной эксперимент, и мы будем делать фонарик из обычного пульта. Это у меня пульт от приставки для телевизора. Так, для этого нам понадобится сам пульт и светодиод. Обычный маленький светодиод. Берем, открываем пульт. И вставляем наш светодиод вот сюда. Все. Вот он светится. И у нас получается фонарик. Обычный фонарик. Можно даже вот так закрыть его. Все, выключаем свет. И он светит. Отлично. В экстремальных ситуациях, если отключили свет, можно быстро соорудить вот такой нехитрый фонарик и найти в темноте то, что нам нужно. Как бы очень просто и дешево. Светодиод стоит копейки какие-то, можно купить в любом радиомагазине. На радиорынке. Ну а пульт есть с батарейками в каждом доме. Пульт от телевизора. И такой фонарик может светить очень долго. Он светит не один месяц. В зависимости от того, какие батарейки стоят в пульте. Все, друзья, ставьте лайки, пользуйтесь данным лайфхаком. Что-то отошло. Пользуйтесь данным лайфхаком в наше тяжелое время. Все, всем пока. До новых встреч.